будет болеть в матче. Я все понимаю. Все понимаю. Вот такой он, кстати, сознал. Документов нету? Нет, с собой не в машине. Нет, в машине дома. Дома? Извиняюсь. Он практически. Практически. Вот так он старый. Все понимаю. Как у вас, вы кем являетесь в данном момент? Я замдиректора третьего рынка, Ильшат Самсонович. Как постановление номер 377 исполняется в вашем рынке? Ну, мы стараемся соблюдать все постановления по болезни коронавируса. Все продавцы работают в масках, в перчатках. В отделах содержит дезинфицирующие средства, для руки протирают. Потом проводим уборку два раза в день, дневной обработки дезинфицирующих, вы сами сейчас видите. И по радио предупреждаем. У вас установлена громкая связь? Да. А в какой период объявляется? Ну, каждый час. Примерно. Каждый час объявляете о том, что обязательно ношение маски. Да. Понятно. Поставить. А еще каким образом у вас предприниматели оповещаются о том, что своим продавцам и сотрудникам нужно обязательно ношение маски, перчатки? Ну, еще у нас контролеры физические, которые ходят вот каждый в течение дня. В течение дня они все предупреждают, да? Да. Ну, это антисептическое средство. Угу. Видите, тетрадь, это температурный. Угу. Журнал здоровья. Да. Ну, то есть вы каждый раз... Каждое утро мы каждый приходим, утро. Меряем температуру. Угу. Ну, да. Понятно. Как велей. Есть средства? На данный момент у вас нет. Вон бабушка, у меня 7 лет, вот видите, Северит помогал. У нас есть в ресторане. Черт, помирает голос, без конца ухожу. Я понимаю, понимаете, вы на рынок зачем пришли? Вот, взять им. А сыр, да, вот сыр это. Халву, они уже полипали. А почему? По радио постоянно. То есть, погромко говорите? Погромко говори, да, по территории объявляются. Ну, хорошо. А если продавцов нарушений проверяете? Нет нарушений. Нет. Ну, постоянно все носят маски. Проверяете хоть? Конечно. Охрана. Пожалуйста, моя. Вот так. Хорошо. Всегда пожалуйста. Оденьте, пожалуйста, находитесь на рынке, на последствии продуктов питания. В большом количестве людей. Оденьте, не снимайте, пожалуйста.